subscribe to channel. Вот наконец-то у нас купание. Вернулись мы в Познань. И наше первое купание в этом зимнем сезоне в озере. Анжи, как обычно, делится. А я вот иду попробовать водичку. А ты же для малютки будешь? Сейчас будет. Не скромничай. Это не лето нырять, да? Ну как? Теплая вода? Ну вода теплая, да? Да, после моря озеро уже не такое теплое кажется. Озеро уже холоднее на порядок. Купание в холодной воде — это зарядка. Я просто в ледяной воде, да? До связи! Не забывайте подписываться на канал. Люди, кто потерял пуговицу, готов вернуть без вознаграждения. И вот наше старое доброе место. Как ощущение? Камера в руках пингвина — это просто не предмет съемки, а просто кусок пластмассы. Subscribe to the channel!
А когда на башке был бурелом, я вам скажу по секрету, ребята, вода не как Лера. Можете проверить. Subscribe to channel. Ну что, ребята, поделюсь своим мнением. Это, конечно, не купание в Черном море. Вода на прилах холодней. Ну, купание тоже. Ну, смотрите, лучше, да?